мертвым было это первомайское утро, но ярче солнца сияли счастьем глаза советских людей, вышедших на праздничную демонстрацию. Расплеснулось веселье по всем уголкам земли сибирской. Радость царила среди строителей Новосибирской ГЭС. Накануне праздника они начали укладку бетона в котлован шлюза водного канала. Уже в будущем году на Добе поднимется могучая плотина. Трудовыми подарками Родине встретили 1 мая и строители Новосибирского моста через Обь. С праздником! С 1 мая, дорогие товарищи! С праздником, милая внучка! 1 мая будущего года мы пройдем в колонну демонстрантов по новому мосту. Гордясь своей производственной победой, встретили праздник труженики ордена Ленина завода «Сибсельмаш». Хорошая весть пришла сегодня. Коллектив завода завоевал 2-е место во всесоюзном соревновании. Мысли и чувства всего заводского коллектива выразила электросварщица комсомолка Соболева. Дадим стране больше сельскохозяйственных машин для освоения целинных земель. Добьемся урожая мы. В стране земля рожай. Пожалуйста, уважаемый товарищ урожай. Нерушимая дружба народов – основа могущества советского государства, возглавляющего борьбу за мир и дружбу между всеми народами Земли. Мир, труд, май – эти горячие слова и на знаменах, и в сердцах. Молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почет. Идут воспитанники Института физической культуры. Смелые, сильные, закаленные. Они символизируют вечную юность нашей Родины. Полна радости жизнь советских детей под ярким солнцем отчизны. Зажиточность пришли в семьи, многие из них приняли участие в демонстрации на собственных мотоциклах и автомашинах. Город студенчества, город ученых, крупнейший культурный центр Сибири. Весенним потоком цветов, улыбок, песен хлынула на площадь молодость. Кем будет этот юный демонстрант, пока неизвестно. Но ясно одно, он будет счастливым. Нынешняя весна несет много новых радостных примет. Успешно притворяются в жизнь намеченные партией и правительством мероприятия по крутому подъему сельского хозяйства. Этой весной сибиряки получат первые сотни тонн ранних овощей из новых колхозных теплиц. Больше сырья получит промышленность для увеличения производства тканей и одежды. Для блага народа мы строим прекрасные дома, школы, дворцы культуры. Все для счастья советского человека. Для удобства новосибирцев строится и самый большой в Европе мост через Обь. Сибири. До позднего вечера бушевало на улице бескрайнее людское море. Ликующий народ достойно встретил 1 мая. Праздник весны, мира и труда.